2-0! 2-0! Урби Эммануэльсен! Блистательный! Блистательный проход голландца и... Счет в матче 2-0. Доволен Макси Аллегри, доволен весь Милан. Важнейший гол голландца. И, конечно, радость патрона Милана Сильвио Берлускони. Великолепная, великолепная игра Эммануэльсена. Тут, конечно, грамотно сыграл и Златан, который не стал мешать партнеру. Он был в офсайде, но все, сделал правильно. Просто пошел в обратную сторону от ворот соперника и пространство освободил для Эммануэльсена, который все сделал на 5 баллов. 2-0. Очень важный гол. И, наверное, сейчас можно говорить, что Милан практически сделал в этом матче результат. Хотя, конечно, еще играть очень-очень много. Пьетро Леонарди кому-то пишет смс-сообщение, или, может, отвечает